Основной акцент мы будем делать на преподавании таких предметов, как математика, информатика, физика. Дети будут заниматься разными направлениями деятельности. Проектная деятельность, безусловно, в области физико-математических дисциплин и инженерных. Подготовка к олимпиадам, естественно, ну и многие другие элективные курсы, связанные с использованием IT в самых различных областях. Дети у нас проходили тестирование по математике и русскому языку, собеседование с ними было, и представляли свое портфолио. И, конечно, когда мы отбирали детей, безусловно, мы ориентировались и на результаты тестирования, как на базовые такие знания, и, конечно, рассматривали портфолио каждого ребенка. И в совокупности уже начислялся определенный балл, и мы их приглашали. Вот. Ну, были разные дети из разных регионов России. Их было не так много, как из республики, но они были. И я уже сегодня озвучивала и говорила, что были из ближних областей, из Челябинской области, из Чувашии, из Ульяновска были. Были из Москвы дети. А соотношение какое получается? Мальчик с девочек? Ну, девочек у нас поменьше. Примерно, наверное, одна треть где-то девочек, или чуть больше одной трети девочек, остальные у нас мальчики.